Стук клюшек заменяет аплодисменты. В деревне Богослово открыли хоккейную коробку. Каток здесь ждали с нетерпением. И вот площадка готова. Это событие. Событие не только для вашего поселения, событие и для района в целом. Мы, конечно, в этом году очень сильно гордимся, что в районе открыто 40 ледовых хоккейных коробок, площадок. И 41-я появилась еще сегодня, открывается торжественно в сельском поселении Гребневское. Безусловно, я хочу сказать, что это здорово. В этом году празднует спорткомитет Щелковского муниципального района. 80 лет и новая хоккейная площадка в Богослово. Хороший подарок к юбилею. На новом льду площадью 60 на 30 скоро начнутся обучающие тренировки по хоккею. Здесь будут преподавать два тренера. Вечерние часы лед будет доступен для массовых катаний. Расписание уже составляется, а в летнее время площадку планируют использовать для игры в футбол. За то время подготовки льда уже подходят к нам ребятишки, мальчишки, просятся, узнают, когда будет. Вот мы сейчас в кратчайшие сроки составим план тренировок, массового катания. Отсутствие такой площадки в Гребневском поселении доставляло массу неудобств. Ближайшие катки только в Литвиново и Огуднево. А любителям хоккея тренироваться приходилось и вовсе в Щелковском ледовом дворце имени Третьяка. Чтобы лед функционировал на должном уровне, на площадке спроектирован водозаборный узел. Планируется, что заливка льда будет осуществляться два раза в сутки, а снег очищаться постоянно. Катание на льду будет бесплатным. Такое сооружение в поселении первое, но, как обещает администрация поселения, не последнее. Новую коробку удалось открыть за счет бюджетных средств Гребневского. Это только первый шаг реализации масштабного плана. В ближайшие годы ожидается постройка спортивного комплекса с футбольной, волейбольной площадкой и теннисом. Все это будет разработано в рамках муниципальных программ. Два года назад был разработан проект стадиона. Проект был сделан и... Разделили этот проект на несколько этапов. Я думаю, за года за три, если ничего так вот не изменится, мы завершим полностью здесь вот стадион. Открытие площадки состоялось с первым товарищеским матчем между хоккейной командой Гребневская и командой из Орехово-Зуево «Химик», а после и первые массовые катания. Сегодня погода как раз для катания. Иногда светит солнце, легкий мороз, нет осадков. А в сочетании с горячим чаем и сушками, которые здесь раздают, создается атмосфера настоящего праздника. Теперь, помимо спортивного клуба, где уже есть тир, пинг-понг и тренажерный зал, у 3100 жителей поселения появилась новая возможность реализовывать себя в спорте. И это только начало. Марина Позднякова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».